встречайте наших замечательных невест и шоу-программу «Сбежавшие невесты 2011». Екатерина Яковлева, город Лесной. Жизненными ценностями для Екатерины является семья и друзья. А принять участие она захотела, потому что она хочет добавить жизнь позитива. Мария Шинкаренко, город Нижняя Тура. Для Марии также являются ценностями семья. Екатерина Шитова, город Нижняя Тура. Екатерина очень любит свою работу и коллектив, ценит друзей и стремится в жизни к чему-то новому и интересному. Татьяна Закузина, город Нижняя Тура. Татьяна, конечно же, в ценностях является семья. А захотела она еще раз надеть свадебное платье и пришла на замечательное шоу. Александра Макарова, город Нижняя Тура. Татьяна Воскребышева, город Лесной. Вот Татьяны жизненной ценностью является ее любимый муж. Екатерина Комарова, город Лесной. Мария Кочергина, город Краснотуринск. Юлия Ништанова, город Лесной. Ребенок. И от этой акции Анна ожидает взрыв эмоций. Анна Ткачева, город Лесной. Жизненными ценностями для Анны является все, что можно в этой жизни, что связано с ее родными и близкими людьми. Елена Рясная, город Нижняя Тура. Елена ожидает от акции разнообразия, и она считает, что это добавит все-таки это ее жизнь. Ольга
ее тура. Жизненными ценностями для Ольги являются искренность. Но, естественно, Ольга ожидает множество положительных эмоций от этой замечательной акции. Ольга Болчугова, город Нижняя Тура. Для Ольги жизненными ценностями является семья, карьера. Ожидает же Ольга от акции только положительные эмоции и новые знакомства. Анна Кармашова, город Нижняя Тура. Анну тянет большой интерес к этой акции и огромный азарт, поэтому она решила принять участие в акции. Кира Халимова, город Лесной. Кира является студенткой Уральского федерального университета. Общительная, позитивная, азартная. Замечательной акции. Олеся Чередниченко, город Лесной. Олеся пришла на эту акцию, и она не прогадала, потому что это действительно яркое и очень интересное событие, как Олеся и ожидала. Елена Пайсова, город Качканар. Для Елены жизненными ценностями являются только семейные ценности. А принять участие она решила, потому что захотела реализовать свои творческие таланты. Ольга Большакова, город Нижняя Тура. Для Ольги жизненными ценностями являются семья, друзья. От акции же Ольга
ожидает того, что она захотела провести весело время и получить кучу хороших фотографий. Олеся Кукаркина, город Лесной. Для Олеси жизненными ценностями являются достойная работа, верные друзья, активный отдых, ну и, конечно же, здоровый образ жизни. We'll be right back.
11 года!